возмущение воды, оно происходит, и не человек возмущает, но Дух Святой говорит: Господь, трамайся на очи, это не для одного человека, а для каждого из вас, говорит Господь, ходи поток, трамайся на очи, плыви, наполняйся, говорит Дух Святой, я исцеляющий плоть и внутренность твою, я исцеляющий душу и дух твой, говорит Господь, я животворяющая очи, аллилуйя, и потому народ мой, трамайся, Дух Святой, не смущайся сердцем своим на веру, принимай благодать Бога живого, аминь, аллилуйя. Я на этом месте являю милость для тебя, народ мой, потому что я велико люблю тебя и вижу, как ты изнемог на пути, а я хочу укрепить стопы твои, чтобы ты ушел и не сомневался, что Бог с тобою, но будь мирен в сердце своем, говорит Господь, но будь любвеобилен для каждого, говорит Господь, и ты увидишь еще большие дела, аминь, аллилуйя. О, слава тебе, Господь. Аллилуйя, слава тебе, Тарас, Ромай, Сын, Дух Святой. И так говорит Господь, Сын мой, Ромай, Сын, Дух Святой. О, хватись хотя бы за край ризы моей, говорит Господь, Ромай, Сын, Отче. И стань на ноги твои, поднимись, говорит Господь, Ромай, Сын, Отче. Неужто зря пролита кровь за тебя, говорит Господь, дитя мое, поспеши навстречу Богу твоему, Ромай, Сын, Дух Святой. О, если бы ты видел, как сатана ходит по пятам твоим, говорит Господь, чтобы погубить душу твою, а я хочу спасти ее, обратись к сердцем своим, ухватись за руку мою, говорит Господь, и я проведу тебя, я умою, очищу тебя и поставлю твердо на путь свой. Вот желая этого, задумайся хорошенько, говорит Господь, ибо не знаешь, сколько дней осталось на сей земле. Аминь. Аллилуйя. О, Иисус, Отче, мой Сын, Дух Святой, о, дитя мое, поднимай руки к небу, говорит Господь, я ныне рядом здесь с тобой, чтобы слышать голос твой, дитя мое, мой Сын, Отче. О, как я желаю, чтобы сердце твое наполнилось радостью Бога живого, Отче, ибо я возлюбил душу твою, говорит Господь, и милость моя она простерта к дому твоему, говорит Господь. Я сохранил до сего часа и не оставлю без милости свои дитя мое. Взывай, дочь моя, чтобы получить просимое и возблагодарить Бога, как живого Бога в жизни твоей. Аминь. Аллилуйя. О, Ромай, Сын, Дух Святой, дитя мое, ныне у ног моих остав страх человеческий, говорит Господь, Ромай, Сын, Отче, но проси, чтобы мой страх пребывал в сердце твоем, дитя мое, чтобы забота твоя была о душе своей, говорит Господь, Ромай, Сын, Отче, как часто смотришь ты по сторонам, а я хочу, чтобы ты во внутренность свою смотрела, дитя мое, а я хочу, чтобы ты вникала в слово мое, дочь моя, Ромай, Сын, Отче, о, не знаешь, когда позовет зовущий, Ромай, Сын, Дух Святой, а я желаю, чтобы ты на всякое время была готова предстать предо мною, аминь, аллилуйя. Ромай, Сын, Дух Святой, Отче, о, дитя мое, милость велика в душе твоей, дочь моя, и ныне обнимаю любовью своей, говорю, не оставлена, Ромай, Сын, Дух Святой, не забыта, потому что ты дитя мое, говорит Господь, что есть человек, Ромай, Сын, Отче, я Бог твой, Ромай, Сын, Дух Святой, я знаю все дни жизни твоей, говорит Господь, я знаю все трудности твои, переживания, говорит Господь, и ныне милость моя, она обогартает тебя, говорит Господь, потому что я велико люблю тебя. Поднимись, дитя мое, подними руки к небу, я слышу тебя. Я слышу голос души твоей, говорит Господь. Я знаю стенание сердца твоего, говорит Господь. Я никогда не оставлял тебя, я рядом с тобой. Воззови, я услышу, я утру слезы твои, говорит Господь. И утешу сердце твое не так, как человек утешает. Аминь, аллилуйя. Александра. О, сын мой, Ромай, Сын, Отче, благодать неба дана и для тебя, дитя мое, Ромай, Сын, Отче. Если я говорю, я приготовил для тебя очищение, Ромай, Сын, Отче, принимай. Если я говорю для тебя, я приготовил спасение, принимай, говорит Господь. Если я сказал тебе, что я приготовил тебе исцеление, принимай верою, говорит Господь, Ромай, Сын, Отче. Не человек дает исцеление, а я твой Бог, говорит Господь, Ромай, Сын, Отче. И не у человека проси помощи, а у меня у Бога живого, говорит Господь. И ты увидишь, как изольется великая благодать не только на плоть твою, но и в дом твой. Аминь. Аллилуйя. Александр Иванович. Велик наш Бог.